сатана, это Чак, и я хочу поздравить с наступающим Новым годом всех труметалистов и хедбэнгеров, которые зависают на моднейшем портале драгметалла. Желаю всем побольше качественного, тяжелого мясного музла и адских металлических угаров. И рекомендую вам в Новом году почаще принимать ванную со слабительным, она укрепляет тело и закаляет дух. С Новым годом! Чак, шпиль на лету! Пока! Слушай, Нуки, это на сайте drugmetal.ru. Читала 101 правило дэс-металиста? Ага, читала. Там сказано, что не надо ходить в школу, нужно все время бухать и зачем-то читать медицинский справочник. Ага, а еще что Толкин — говно, Inflames не дэс-метал, и ни при каких обстоятельствах нельзя улыбаться. Один мужчина женился на женщине, но никогда... Даже на свадьбе. ...не смеялся, не улыбался. Только один раз глубокой ночью он улыбнулся, и женщина увидела, что у него зеленый зуб. Почему у тебя зеленый зуб? Спросила она, а муж ей и отвечает. Приходи ночью, 12, на кладбище. Но она не пошла. Тогда муж сам ее повел на кладбище. Пришли они, а там избушка. Когда они вошли в избушку, то женщина увидела там бутылки с кровью и мясо. Муж набросился на нее и убил.